если песню запевает молодежь! 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 И эту песню не задушишь, не убьешь! Не убьешь! Не убьешь! Публика бросалась на сцену, снимала с себя драгоценности и бросала не цветы только, к ногам артиста. Теперь зрителей не тронешь ничем. Что нам сегодня до этих мужчин в юбках и в изящных изгибах? До этого странного сюжета о сестрах-служанках, которые весь спектакль переодеваются в платье своей хозяйки и репетируют сцену ее убийства. Кого сегодня этим удивишь? А Виктюк? И не удивляет. Он перевоспитывает ароматом волнующего и пряного порока. Боже, я страдал без тебя, родная моя! Я тебя так обожаю! Актерскому браку Михаила Боярского и Ларисы Лупиан в следующем году 30 лет. Последние 12 лет они вновь играют вместе на театральной сцене. Спектакль «Интимная жизнь» регулярно собирает полные залы по всей стране. Еще бы! Боярский и Лупиан играют супругов, а личная жизнь актеров – предмет вечных обывательских пересудов. Слезы, объятья, ссоры, поцелуи. Похоже, у Читы Боярских все это действительно всерьез.